Всем привет, я Юлия Андреева. Я расскажу вам о погоде на воскресенье, 16 августа. Спонсор прогноза погоды – фирменная сеть «Дороничи» и «Мясной дворик». Хочешь полный фарш в одной упаковке? Покупай сочный свиной фарш от «Жармяса» за 95 рублей 90 копеек. Фирменная сеть «Дороничи» и «Мясной дворик». В воскресенье на территории нашей области ожидается преимущественно пасмурная погода. В среднем днем температура будет от 15 до 17 градусов тепла. Малооблачно будет в Котельниче и Лузе, здесь до плюс 19. Пасмурный дождь и плюс 16 в Вятских Полянах. В Кирове днем воскресенье будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов. Ночью ожидается плюс 10, плюс 11. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер подует северо-западный со скоростью до 3 метров в секунду. Магнитное поле будет спокойным. К воскресенью световой день станет короче на 5 минут и продлится 15 часов 22 минуты луноубывающей. И на этом у меня все. Это был прогноз погоды на воскресенье, 16 августа. Пока!